Так, всем привет. Ну что, я на доке. Загрузился, закидался. Где фокус у нас? Покатилось. Ну все, загрузился. Теперь задача у нас стоит минимум. Или максимум добраться до Чебоксар, да? Сейчас покажу, чем загрузился. Загрузился я крошка. Крошка какая-то керамзитовая или мраморная. Короче, какая-то крошка, почти 21 тонна. Палки-распиралки поставил. Ну, это так, чисто для подстраховочки, конечно. Ну ладно. Все, закрываемся. Вот потихонечку движемся. Заезжаем уже опять в Ульяновскую область, только с другой стороны. Заезжаем. Поля зелененькие. Скоро уже. Сейчас, да, что тут? Грубо говоря, 2 месяца сейчас. Через 2 месяца уже уборка пойдет. Реально 2 месяца до уборки осталось. И будет уже уборка. Мы на круизике. Кондичком едем, балдеем, едем на Чебоксары, не помню, говорил, не говорил, но едем на Чебоксары, с Чебоксар на Нижний, а с Нижнего пока неизвестно куда, ну скорее всего опять на Тандер, на Магнит, ну, на Воронеж, с Дзержинска на Воронеж. Ну, это не точно, посмотрим. Вот такие кадры мне нравятся из окна. Дорога ровненькая и уходит куда-то вдаль за горизонт. Мне нравится. Вообще работа по кайфу. Сколько лет? И она мне еще не надоела. А ни много ни мало уже где-то лет 15 уже. С 2000, да, 15 лет уже. Много мало, уже 15 лет рулю. И как бы еще ничего не надоело. Все больше и больше, кстати, заманивает, затягивает. Так, это я уже в Ульяновске, ребят. И у меня сегодня такой ужин. Картошечка вареная. Яички варил. Ну, яйца на завтра сварил. Когда картошку варил, чтобы, думаю, заодно сразу. Картошечка, лучок. Ну и селедочка. А и никакая кафешка вообще не нужна. Никакая кафешечка. Еще к этому делаю лепешечку. И шикардос будет просто. Учитесь. Одно могу сказать. Как в дороге питаться. Дешево и сердито, да, и вкусно. Че, мы Чебоксары проезжаем. По правую руку у нас Чебоксары. Прямо Нижний Новгород. 235 километров до Нижнего Новгорода. До точки нам осталось 40 километров. До точки выгрузки осталось. Постараемся сегодня разгрузиться. И сегодня же загрузиться. Но... И бы сегодня еще до Нижнего Новгорода доехать. И вообще было бы ништяк. Время у нас еще позволяет. Все нормально. Ладненько, чем едем. Чё-то сижу, ничего не снимаю тут в навигаторе, балуюсь. Вот. Ну, я на выгрузке. Все меня разгружают. Время у нас без 20:12. А мы сейчас разгружаемся, переезжаем. 19 километров навигатор показывает. Переезжаем, грузимся. И на Нижний Новгород.
Вот. Если все нормально, если сейчас по бырикам выгрузят, по бырикам закидают, то сегодня будем вечером в Нижнем Новгороде. Ночевать будем в Нижнем Новгороде, так вот. Точнее будет, да? Ладненько. Посмотрим за движением. Ну вот, я и до загрузки добрался. Все, видюха у тебя выгрузился, загрузился. Выгрузился, загрузился. Здесь грибы выращивают, как я понял. А будем мы короба грузить. Перебили. Да, ну и как говорил, здесь грибы выращивают. Вот, а мы будем грузиться коробами вот эти, в которых грибы выращивают. Ну все, загрузился. Выезжаем. На Нижний Новгород ехать нам 193 километра. Время прибытия 20:30 показывает. А вот 3 часа 20 минут ехать. Ну там может по дороге что еще изменится. Вот. Объяснили, куда ехать, куда подъехать. Сейчас там женщины, ну, с диспетчершей созванивался. Так, она все объяснила. Опа. Потихонечку проедем лежащих полицейских. Как этот прикол есть, да, говорит, мента похоронили. Лежащий полицейский, типа, где лежащий полицейский, там мент похороненный, да? Такой прикол тоже есть. Ну ладненько, что едем? Что интересное будет по дороге, будем включаться. Семерочка, вот она у нас идет прям. Да, еду опять я по этой дороге. Вот Нижний Новгород, Чебоксары, да, по М7. Не ездил, наверное, уже лет 6. Последний раз я здесь на носатом, на центурике на своем. Последний раз тут ездил. Это было... Ну, лет 6, я сейчас так вспоминаю, лет 6 назад это было. 5-6 лет назад. О. Ну, мне она нравилась, и тогда нравилась, и сейчас нравится. Вот здесь постоял. Я думал, ее уже расширили, все сделали. Потому что ее там, ну, вот эту делали, что делали, Чебоксарскую объездную делали. Ну, и это вроде как бы говорили, расширять будут. Но что-то не расширили. Да, вот, чуть кадр не пропустил. Мне тоже вот этот спуск постоянно нравится, вот этот спуск. Сейчас должны спуститься. И мостик такой старенький должен быть. Ну, может и не старенький, но такой прикольненький мостик. Вот ремонт дороги. Кстати, да, не сказать, что спуск такой серьезный. Ну, как бы коварный, в общем, коварный такой спуск. Много народу здесь побилось на моей памяти. Вот делают, видите. И походу мост тоже. Дорогу делают, и будет новый мост. Скорее всего, так. Ну, не скорее всего, а так оно и будет. Все отсыпали. Уже все отсыпали, подготовили. Вот, говорю, как бы такой спуск не особо крутой, ну, коварненький, да? Вроде ничего сложного, ничего страшного. Ну, жизненные ситуации бывают всякие у нас. У кого воздух ушел, у кого тормоза кончились, у кого и не было их. Кто-то прошляпил, кто-то уснул, кто-то заснул. Кто-то, как я сейчас, в телефоне, да, едет, снимает.
собственно, вот и на мостик сейчас заезжаем. А, да, да, вот тот мост. Раньше, потому что он крытый мост был, я помню, он такой крытый, низенький был. Вот, его уже разобрали. А вот он крытый. Да. Вот, он мне только по тому мосту не нравилось ехать, ездить. Как я понял, тот мост закрыли, вот рядом новый строят. А этот он и был, то, что для встречки, чисто вот этот мост. Ну, собственно, что хотелось заснять. Ладно. Что-то в какие-то дебри пацаны заехали. Где разгружаться, непонятно. Ну, как непонятно. Сказали, куда ехать, едем. Вот это по нижнему в пробке толкаюсь. Короче, не заснял вам процесс загрузки, выгрузки грибами этими. Ну там не грибы, там, короче, и грибные отходы вот эти. Мешки, в которых уже росли грибы. Вот. Их привозил. Их будут потом перемалывать, там что-то на удобрение делать. А сейчас вот уже по нижнему толкаюсь. Пробочки на загрузку. До загрузки 10 километров. 10 километров проехать займет у нас 25 минут времени. Ну, навигатор показывает. А на самом деле хрен его знает сколько. Разгрузился поздно ночью. В общем, разгрузился на территории, не разрешили остаться у них, надо было выехать. Выехал, вроде там кармашек такой нашел, где притулился. Ну да, разгружался не в самом нижнем, там перед нижним разгружался, там деревня какая-то забыл. Так, Стоский район какой-то, поселок. Ну короче, выехал, притулился, там какая-то мебельная фабрика, вроде машины стоят, встал. Только разлегся, улегся. Прибегает охранник, говорит, здесь стоять нельзя. Я говорю, где можно? Он, ну, Россия большая, говорит, езжай. Поехал. Ближайшее, что я нашел, это Мега. К Меге подъехал, встал. Опять охранник прибегает. Опять нельзя стоять. Ну и, короче, меня полночи гоняли, по нижнему гоняли, гоняли. На заправочке притулился, переночевал. Вернее, уже не переночевал, а доночевал. Вот, 8 утра встал, пока чай, кофе, там, мыльно-рыльные процедуры. И тронулся. Вот, 9 часов, грубо говоря, тронулся, вот толкаюсь. Ну, ничего, нормально все. Добрался до точки, до загрузки. Блин, там первый КПП проехал. Мне говорят, тебе дальше надо. Ну, типа, 700 метров пройди. Ну, или там проедься. Вот я вот по этому щебеночке по этой прошелся. По тротуару. Щебенкой засыпанному. Припотел так, туда дошел. Туда дошел, говорю, а что, заезжать, оттуда заезжать? Они, да. Я, блин, думаю, зря шел. Ну как, зря прогулялся так. Единственное, что неудобно по щебенке только идти было. А так, ничего, прогулялся, сходил, оформился. 12:40 заезжать, короче, к воротам подъезжать. 12:40 подъезжаешь к воротам, заходишь за пропуском, и тебе говорят, а какие ворота. Ну хорошо, что. 12:40, так 12:40. Так, я тут посмотрел, там у меня место должно. Если никто уже не занял, то должно здесь место быть. Где мы притулимся и будем ждать 12:40. Ух, тут ямочка какая. Осторожней. Опа. Да, все нормально. Никто ничего не занял.
Все, щикардосик. Вот сейчас вот здесь вот встанем. И будем ждать 12:40. Так что такое видео, ребят, получается. Опять-таки, да? Снимать так особо нечего. Сейчас домой приеду. Ремонтика чуть-чуть поснимаю. По ремонтику у нас, ну так, чисто шприцануть машину, там крылья на прицепе повесить. Ну так, по мелочам пробегусь. Вот. Все, гружусь пивом, еду в Воронеж на КБ. Так что, ну это уже в следующем рейсе увидите. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока, на связи.